привет. Сегодня выбрался на коп на пару часиков покопать недалеко от города, ближайшей деревни. Вот сзади меня дома. 94 бьет. Где выкопал? Посмотрим. Так, что это у нас такое? Что-то интересное. Монета, походу. Да, монетка. Царская какая-то. Так. Двушка, что ли? Вроде двушка. Давайте, наверное, почищу и с другой камеры вам покажу. Да, капуста, походу. Что-то тонкая, правда. Почистил монету. Это оказалось 2 копеечки. Капуста 1811 года. Правда, сохран печальный. Двушку даже не видно. Но это двушечка вроде. И 1811 год четко видно. Ну ничего, она уже тоже находочка. Хоть какая она находка. Попался вот такая часть колокольчика поддужного. Вот. Жаль, конечно, что только осколочек нашел. Видите, как бывает. Осколался, видать. Ну тут, где я хожу, поле находится. Понятно, тут пахали. Мой сам лопнул колокольчик и выбросили там, не знаю. Вот, все может быть, как говорится. Ну, буду вот тут ходить, продолжать. Попался сигнальчик. Это здесь. Вместе с вами копанем. Что тут у нас? Здесь вроде не глубоко. Так, ничего не видно. Так. Кирпич. Ага, что это у нас тут? Ау, монетка, походу. Походу монетка. Да, монетка царская. Опять монеточка. Усталая, походу. Уже формата Николаевского, походу. Так, разглядеть не могу. А, не, это... 24-й год, наверное, какой-нибудь. 2 копейки по размеру. Давайте чистоту, наверное. Сейчас увидим, что это. Почистил монетку. Это 2 копейки 24-го года. Оказалось. Ну, сохранчик так себе. Ну, вроде все видно еще. Сразу зелененькое. Ну, в этом году уже 24-к, я уже не помню. Штуки 2-3 выкопал. По 1 копейку, 2, помню, копейки в этом году выкопал. Вот. Как-то так. Уже вторая или третья получается, или четвертая монета за сезон. Вообще супер. Ладно, буду продолжать ходить около деревни. Тут такие дома стоят. И вот ходим около них. Попалась монетка 1939 года. Вот. Хорошего сохрана, как видим. Знаете, она такая еще приятная. Вот солнышко даже засветило. Появилось. Да не было. Пасмурно было. Вот еще одна плюс находочка.
РПССР. Будем дальше продолжать ходить. Попалась монетка. Вон даже зеленый след остался. Вот все видно. И вот сама монета. Так, что это у нас тут? Так. Что будем? Это у нас СССР, походу. Да, СССР. 20 копеек каких-нибудь. Давайте, наверное, чуть-чуть чистану, наверное, и посмотрим, что за 20 копеек СССР. Читаек вроде. Вот. И год посмотрим заодно. И состояние. Почистил монетку. 20 копеек считаек. 1932 год. Сохран так себе. Ну еще очиститься будет нормальной монеткой. Вот. Так выглядит она. Ну ладно, будем продолжать поиски. Попался сигнальчик. 56-59 где-то. Наверху тоже. Я ничего не вижу ничего. Что-то ничего не видно. Наверху. Так. Что-то не видно вообще ничего. Где-то здесь. Сейчас будем смотреть. Нет. И что это? Так. Что это у нас такое? Попробую помыть. Прям ручеёк какой бежит. Что это у нас такое? Интересное или неинтересное? Непонятно пока что. Что это? То ли крестик, то ли не. На крест похож. Сейчас попробую щеткой чистануть. В ручье прям. Как сказать? Вроде крестик похож. Правда, обломок. Ладно, буду дальше ходить, наверное. Да. Сейчас креста походу. Большой такой был, наверное. Вот. Ладно, буду вот тут ходить. Вот еще что будет попадаться. Какой ручей текет. Красивый. Выкопаем, посмотрим, что у нас здесь. Где-то здесь, что ли? Походу выкопал. Даже жарко стало. Жара. Прям. Где тут? Так, что это такое у нас? У нас неужели чешуйка? Да, чешуйка. Класс. Вот она какая.
видите, шутика такая немного надломленная. Вот. Не пойму, почему с двух сторон надпись. Вот. Вроде чешуйка. Не пойму, так какая чешуйка. Давайте, наверное, на ближнюю камеру сниму, чтобы вам виднее было. В общем, вот такая чешуйка попалась, как видим. Вот я уже переключился на другую камеру. Вот она так выглядит. Странно даже. Почему-то я не вижу, ну, всяких изображений, типа коней там всяких, всадников. Почему-то я не вижу. Что за чешуйка, я вообще сейчас не могу понять. Вот. С двух сторон надписи. И здесь, и здесь. Вот так она выглядит. Потом сфоткаю поближе. Вот кто знает, что за чешуя. Ну или если найду, обязательно вверху прикреплю, что за чешуйка. Что это как. В общем, да, вроде чешуйка. Вроде не ошибаюсь, вот правда сломана верхушка. Ну, в общем, ну, куб, можно сказать, уже удался. Вроде всего лишь сколько? Ну, час 30 хожу, 2, наверное, уже. Скоро закругляться будем, наверное, или еще походим. Вот такие находочки. Находочки радуют. Буду кружиться, ходить вот здесь. Такие красоты. Вот. 79 лет 80. Алмаз был. То ли выкопал, то ли нет, непонятно. Сейчас будем искать тут, кататься пином. Тут нет. Тут тоже наблюдается. Так. Что это такое у нас? Монета, что ли? Сейчас будем смотреть. Это не монета. Это керосинки, наверное, крутилка. Эх, как обломало. Ну, давно уже монета. Ну что ж, такие кругляши. Керосинки, походу. Нет-не. Без надписи. Вот такая находочка. Ну что, будем дальше искать, что делать. Жаль, конечно. Попалась монеточка. Еще не смотрел. Вот она в комочке. Сейчас вместе с вами будем смотреть. Надеюсь, монета, а то вдруг не монета. Еще не знаю точно. Но предположу, да, монета. Ну, сухран тут уже бодрый. Ну, ушли с полей. Ходим тут. Вот. По такой полянке. Дом стоял. Вот. И вот такая монеточка. Вот. Давайте, наверное, чистану ее. Это у нас что? Сейчас скажу. 2 копеечки. СПБ. Даже буквы видно. Сохранчик радостный. Хороший патиной такой. Ладно, сейчас чистану и вам покажу. В общем, как не рассматривал, не увидел года, но видим 2 копеечки. СПБ, все четко видно. Вот. А здесь ЕМ, наверное, какая-нибудь. Ешка видно.
А год, вот этот год 14-й какой-то тут. Вот, и если дома будет видно, рассмотрю, прикреплю год какой этой монеты. Блин, вроде сохран ничегошный, а? Затерт год. Какая печаль, конечно. Вот так бывает. Как назло. Ну ничего. Будем ходить, искать здесь. Птички поют, солнышко. Погода прекрасная. 14 градусов. В общем, тепло. Травка, к сожалению, уже начинает прорастать. Она зеленеет. Надо не успеть бурьяны все обойти, пока не заросло все. Попались сигнальчики. Вот рядом то ли от копоушки получается, то ли еще чего-то. Ну и на копоушку, верхушку похоже. А, поправьте, если что. И рядом прям гирька. Пуговица такая. Вот. Красивая, с узорчатым. Такие узорчатые, видите. Немножко, правда, грязь не чистил. Пук не чистил, ничего еще. С ушком все нормально. В общем, вот так порадовала находочки. Жаль, копаушка не целая. Копаушки эти что-то не попадают целые мне. Ну, вот и попадется. Все впереди, как говорится. Вот. Вот тут я хожу все. Такие тут заросли. Летом тут вообще невозможно будет копать, ходить. Сейчас хоть походить можно, хоть что-то найти. Попал сигнальчик. И не снял я. Жаль, на экшн-камеру. Вот еще не смотрел, что это. Но судя, это монета. Гурт вот. Еще ничего не открывал. Вместе с вами будем смотреть. Вот. Так, как бы положите. Это сырка. Пилончик. Ну, жаль, конечно, не царская. Но это тоже неплохо. Тоже не серебро. Вот. Так. С годом. Сохранчик хороший. Очень хороший. Вообще такая зеркальная прям. 1922 год. 15 копеечек. Вот тут вообще шик. Четкая прям такая. Вот. Прям такая четкая монетка. Штемпель хорошенький. Да, вот тут, мне кажется, повреждена. Ну да, повреждена. Вот как бывает. Все было прекрасно. Но тут вот сбоку повредили. Ну ничего, тоже отличная находка. Два серебра сегодня уже. И это рядом с городом. Что тут километра 2-3 от города? Ну, 3, может быть. В общем, продолжаю искать уже третий час, если не четвертый копаю. Уже солнце. Приступим к обзору находок. Так, это у нас часть от колокольчика. Уже не мыл. Все остальное сполоснул под водичкой, щеточкой. Чуть-чуть. Это часть от копоушки. У нас улица. Таскаем типа гирки. Так, это у нас помпа Москва. Ну тут остается только догадываться. Видим звезду и чич. Ну там находил надписи Чичиков. Может быть, и есть пломба тоже такая же. Так.
Это у нас капуста, двушка 1811 года. Сохран, как видите, убитый. Вот виден, все остальное не видно. Просматривается орел, ну, понятно. Видите. Это у нас 20 копеек. Щитовик. 1933. А нет, 1932 год. Что-то на ней было, видать. Следы так и остались. Так, это у нас двушка 1924 года. Вот так она выглядит. Вот. Вполне неплохо еще. Вот трубчатый. Это часть от креста. Малая часть. Жаль, конечно, крестик. Ну, что ж поделать. Так, это у нас двушка. СПБ, 2 копеечки. С одной стороны она выглядит неплохо прям. Другую потёрта, но один есть косяк на ней. А года я не вижу. Вообще не увидел года. Или так затёрто, или еще что-то. Кто его знает. А так вроде бы ничего, был сохранчик. Приятненький. Вот. Так, теперь перейдем к серебру. Это у нас 15 копеек 1922 года. Вот тут, конечно, гурт какой-то мятый, усыный, не поймешь. Так она выглядит. Вроде вообще неплохо. Шикарно, если бы вот эти косячки по гурту. Чешуйка. Вот. Вот такая интересная чешуйка. Вот. Это копейка новгородская. Ну, вроде так определил правильно. Не знаю, правильно, неправильно, но вроде копейка Новгород Ивана Глазова. Ну, если что, поправьте. В комментариях, если я ошибся. Она, видите, вот тут, к сожалению, надломлена. Так красиво выглядит. Вполне красиво. Вот. Ну, такой куб состоялся. Можно сказать, хороший куб на выбитом месте. Потому что это место выбивали уже лет 15, если не 20. Тщательно, но пропуски все равно есть. Чуть-чуть уже, но есть. Всем пока. До встречи в новом видео. Не забываем ставить лайки, комментировать, подписываться на канал. Всем удачи.